Ребята, всем огромный привет! Вам довелась уникальная возможность посмотреть на общежитие в Гданьске для художников из Академии изящных искусств в городе Гданьск, соответственно. Вот сегодня мы с вами посмотрим все, что тут есть, и вообще, как это выглядит, и сколько стоит. Ну, в общем, короче, смотрите это видео до конца, чтобы узнать все. Даже больше, почему нас выгнали из общежития, почему нам негде жить, как я привела собаку в общежитие. В общем, поставьте лайк этому видео и подпишитесь. Идем с вами на коридор. Да, в общаге тут есть люди. Две машинки стиральные, это абсолютно бесплатно. Мы не платим за использование их, потому что, как я знаю, очень многие должны платить какую-то символическую сумму за каждое использование, но нам повезло, мы этого не делаем. Для мусора, так как поляки вообще в Европе очень сильно отдают этому внимание за будущее страны, за будущее планеты и ля-ля-ля. В общем, мы относимся к этому серьезно. Значит, у нас плита, наверное, самая, не знаю, не самая худшая, но, короче, вот такая плита. И умывальник. Ну и, конечно же, прекрасный вид в центре Гданьска, куда без этого. Конечно же, куда без этого, тут у нас вообще красота. Мусорки, а вообще, но самое классное из этого всего, что когда ты живешь с этой стороны, то ночью ты слышишь, как кафе-рестораны с самой главной улицы центральной Гданьска, как они, короче, выбрасывают мусор и бьется стекло, бутылки, мусор и орут пьяные. Кайф! Что еще сказать? А тут Настюша даже снимает анимацию, так как она учится на факультете анимации, а я вот на факультете живописи, то свои работки вешаю, и там, и тут. Вот и Настюша на работе. Настюша. Здорово. Иисус! Ладно. Обзор ванной комнаты. Ну, в общем, блин, меня видно. Минусы быть человеком. Тебя видно. У нас есть душевая кабина, собственный санузел и раковина. Даже зеркало. У нас есть холодильник. Не такой большой, как, например, в Варшавском университете. Но тоже холодильник. Обзорная экскурсия для тех, кто интересуется, чем питаются студенты. Смотрите. Вот чем они питаются. Ничем. На этом экскурсия холодильника закончена. Перейдем с вами здесь, непосредственно в место, где мы с моей соседкой Анастасией, которая учится на анимации. Ссылочка в описании, ребята. В общем, мы здесь вот живем, вникаем, впитываем искусство, и наверх вот она ходит на графику, на видеографике, а я хожу на конец данной улицы, на которой мы живем, и хожу на факультет живописи. Вот. В общем, на третьем и четвертом этаже находится, собственно говоря, факультет графики. Вот, и, например, здесь я делаю свои работы глубокой печати. То есть сегодня она закрыта, хотя я пришла поработать, но вообще не получилось. Это я лох. Вот здесь у нас спецовня, то есть мастерская литографии. Это по камушку. Делаются оттиски и все такое. Круто, вообще классный факультет, потому что столько возможностей работы с данным материалом. Просто супер. Вот об этом я соседушки. Здесь у нас тоже с камушком. Вообще вот вытравление камня — это очень-очень интересная глубокая работа. И вот, например, здесь представлены варства, то есть слои.
И вот смотрите, очень хороший пример, потому что здесь первый, второй, третий, четвертый слои, а здесь, когда они наложены на один и тот же. То есть тут просто разделены эти слои. Ну, я думаю, вы понимаете. Здесь уже сама готовая работа. Вот. Ну и этот факультет, он находится в самом центре Старовки, Гдайска. Hello. Блин, такие все классные работы. Я не могу, какие они классные. Вот кто-то находится в процессе. Да блин, тут все в процессе находятся. Вау, какая интересная. Клёво. Круто. В общем, еще один этаж, который логично, что посвящен графике. Не могу не согласиться. Здесь можно заниматься другими такими искусствами. Ребят, давайте с вами выйдем на коридор. Но в нем ничего особенного нет, если что. В общем, здесь у нас общежитие вообще состоит только из двух этажей. Общежитие состоит только из двух этажей, и в общей сумме человек здесь проживает 42. Но это все не важно, так как наше общежитие нахрен закрыли, и нас всех выселяют. Ребят, платим мы за общежитие 520 злотых, и проживаем мы с одним соседом. Мне кажется, это вообще супер идеальное условие жизни. В общем, как так получилось, что мы остались без общежития, что вообще Академия изящных искусств в Гданьске осталась без общежития. Зимой 22 года. В общем, был собран совет, и все студенты, и жильцы, и нам было сказано, что, к сожалению, не оплачивающе, и, короче, больше затрат на содержание нас, чем какой-то выгоды. Ну и, в общем, по этому поводу нам сказали, что все потиху закрывается, это наш последний год, последний семестр здесь. Ну, как бы это грустно не было, с одной стороны, смотрите, по фактам разложим. Вообще, академии изящных искусств и вообще творческие университеты и заведения в Польше, они так таковым не имеют общежитий. То есть немногие из них могут позволить себе общежитие. И, например, в нашем Гданьском университете, как бы Академия изящных искусств, Академия, у нас было общежитие, сейчас его уже не будет. И я знаю точно, что в Лоди есть общежитие, и во Вроцлаве есть общежитие, но в большинство остальных, к сожалению, нет. Если это не так, если вдруг появилось, или вы знаете какую-то информацию, пожалуйста, оставьте ее в комментарии, потому что, возможно, она будет полезна кому-то, кто смотрит это видео также. Вот. Не забываем подписываться, ставить лайк и оставлять комментарии, если вы знаете также какую-то полезную информацию, или... просто хотите прокомментировать, пожалуйста. Отвечу на любой ваш вопрос, если он у вас есть. В общем, вернемся. И с одной стороны, все-таки так как здесь было 42 человека жильцов, да, это очень маленькое общежитие, но несмотря на это, как бы это было очень классным местом для, во-первых, потому что это для нас близко, во-вторых, потому что как бы цена...
И для людей, которые живут далеко, это правда просто панацея. Вот, потому что есть ребята, которые приехали, ну, очень далеко, из Казахстана, из каких-то далеких уголков Белоруссии, Украины и тому подобное. Понятно, что здесь также проживают и поляки, и вообще ребята с Эрасмуса. Но просто сам факт того, что общежитие, оно как бы предоставляется малоимущим и тем, у кого, ну, малоимущим, да, малоимущим, и тем, кто далеко находится от своего дома. Так вот, за те 3 года, что я училась в Академии изящных искусств, белорусов, нет, окей, русскоязычных из 42 где-то 15-17 русскоязычных, то есть по факту мы почти половину общежития занимаем нищеброды и далекие от дома, вот. Поэтому для нас это, конечно, было очень-очень грустной новостью. Понятное дело, что как бы все сейчас в мире стало проще. Телефоны уже не надо к будке ходить, уже у каждого есть сотовый. Это просто про то, что сейчас намного легче искать и что-то делать и менять. Но в любом случае это все-таки, ну, немножко мороки, и это грустно. Ну ладно, как уже есть. Но вы думали, мы так сдадимся просто так, быстро? Мы, в общем, стали писать ректору на тему того, что, пожалуйста, не закрывайте общежитие, потому что, ну вот, мы разъяснили ситуацию, что мы белорусы, Польша, и вообще просто это очень важное для нас место само по себе, так как это все-таки место, где общество собрано подобное друг другу, и здесь мы можем найти не только, как бы, пристанище, но и также подобных нам людей и друзей, и вообще просто это как бы место, где ты можешь себя развивать. В университете было принято решение, что другая часть этого здания, которая предназначена для нас, для студентов, она будет также объединена, и это будет общий отель, как бы, поэтому вот. С одной стороны, я в этом вижу вот какой аспект. Для нас это, конечно, очень тяжелая ситуация, потому что, во-первых, нам нужно будет дополнительно деньги зарабатывать, как-то искать, справляться с этим, плюс жилье искать и все такое. То есть нам дополнительно надо будет еще думать о жизнеспособности. Но, с другой стороны, эти деньги, они на самом деле дадут большой рывок и развитие академии. Вот, поэтому для меня, с одной стороны, это, конечно, грустно, но, с другой стороны, это даст нам большой толчок. Мы сможем много чего реализовать, много чего купить и вообще стать лучше. Для меня просто с такой точки зрения это печально грустно, потому что... Ну, просто потому что они выбрали все-таки зарабатывать деньги, а не создавать креативную среду и помогать студентам, особенно с дальних мест, жить. Вот так. Но, несмотря на это, мы добились одной хорошей вещи. Это то, что договорились с университетом Гданьским, это городской университет главный, на 20 мест в общежитии. Вот. Также в пределах Старувки, то есть старого города, это центр города считается, во всех польских городах Старувка. Вот. Исторический центр, туристический. В общем, это всегда центр города. Ну, вот так. Так что у нас есть 20 мест. Ну и удачи тем, удачи всем участникам, которые попытаются и, возможно, получат счастье стать жильцом общежития. Что же тогда делать студентам, у которых не получилось, к сожалению, получить место в общежитии или... его нет, этого общежития, тогда просто искать квартиру, как бюджет позволяет, искать комнату, а вообще всегда есть возможность аренды комнаты в других общежитиях вашего города. Это вообще без проблем, являясь студентом, а даже не являясь студентом, вы можете всегда претендовать на место, как бы попытать счастье. Вот, это называется просто попросить ректора. Ну, оно не так, и оно не просто, но просто это... Просто, ладно, окей.
вы пишете на имя ректора прошение, просьбу с тем, чтобы вас приняли, как-то это обоснуете, и все хорошо. За то время, пока несколько лет я здесь жила, периодически у меня нагнетало на меня уныние от того, что я вдали от дома. Мне очень хотелось друга, и самый, конечно, преданный друг — это собака. Ничего не расскажет, ничего не покажет, только преданно тебя любит, и все. Да, вот такая чистая любовь, возможно. И, в общем, понятное дело, что по правилам нельзя приводить животное, нельзя вообще просто иметь животное, хотя иногда слышится мяуканье в комнатах, но как бы одно дело кот, другое дело собака. Я все-таки, я люблю собак, я собачник, потому что с самого детства у меня всегда были собаки вокруг меня, потому что моя мама заводчик Джек Рассел Терьер. Пожалуйста, все, кто хочет породистых красивых собак, ссылочка в описании. Вот, поэтому я очень хотела песика. Ну и я такая думаю, сижу в Штатах, такая думаю, ну ладно, все возможно. И написала, значит, email на почту коменданту общежития, и она мне пишет, ну и как бы я обосновала все это, написала, что мне очень плохо, мне не хватает моих близких, мне не хватает Беларуси, мне не хватает собаки, как бы все, любви, ласки и все такое. И она такая говорит, ну я тебя хорошо понимаю, типа все такое, все мы люди, пиши про декану. Я такая, ладно, хорошо, ну, потому что она не может дать разрешение, она вообще как бы не является человеком, который что-то решает такого важного уровня, который принимает ректор. Ну, я написала, и через неделю мне такое приходит письмо. Приезжайте, когда хотите, со своей собакой. Я такая думаю, боже, серьезно, как я рада. Ну, конечно, там еще написали, необходимо разрешение от соседа, но мой сосед не был против. В общем, так и получилось, что целый год мы прожили вместе с нашим третьим домочадцем. Это Мафия, моя собака. Мафулечка, котик, бочка, лапочка. Одна из, точнее, это мамина собака. Ну, в общем, это не суть, это не важно, но она очень сильно скрасила наше общение и коннект, и вообще времяпровождение, и в самый плохой, грустный, может, не солнечный день ты обязан идти на улицу и просто, ну, и всегда хвостик есть рядом, и всегда милота, это и много смешных моментов, поэтому всегда было классно, что есть такой организм маленький, создание, которое рядышком и всегда на позитиве. Но иногда она, конечно, вытворяла всякие приколы, но это скорее по нашей вине, потому что собака на самом деле очень воспитанная и хорошая. Ну, то есть все проверяющие и все, кто здесь как бы уборщики, охранники и вот эти всякие кировнички, кировцы, управленцы этого дома студента, они каждый раз, вот реально, правда, каждый раз они удивлялись тому, насколько она как бы послушная, насколько она, ну как бы, они такие, она не щика, не щика, нет, блин, нахера ей ссать просто где-то, ну как бы, ну что за бред, она что, идиотка, как бы, нет, собака одна. Ну как бы, я просто такая, блин, что, ок, окей, ну это потому что вокруг меня просто нормальные собаки были, и когда я вижу каких-то, у которых с головой не все в порядке, то я просто думаю такая, что, почему эта собака какая-то такая, ну как объясняет моя мама, которая где-то 19 лет, 17 лет уже все-таки в этом кинологическом мире, вот. Она объясняет это так, что у каждой породы есть свой характер. И это, наверное, объяснимо, как и, например, нацией, генами родителей, генами вообще культурой, мировосприятием, как выхованный человек. Ну, поэтому это все понятно, это все объяснимо.
Вот такой у нас порядочек. Вот это мы готовимся к сессии, значит. Вот это мы рисуем, значит. Мам. Что? А вот, посмотрите, какая красота-то в окно. В окне. В окно. Это мы выйдем в окно, если не сдадим сессию. Выйдем и сразу, оп, и побежим к GTA.